Случай заболевания кори зарегистрирован в Волковыске. От болезни пострадал 5-летний ребенок. Источник инфицирования пока не установлен. По информации медиков, мальчик не был привит, отказ в свое время подписали представители ребенка. Проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Нам удалось связаться с заместителем главного врача Волковыской центральной районной больницы Еленой Грицевич и узнать, как сейчас себя чувствует ребенок и есть ли еще заболевшие корью. Ребенок, у которого был диагностирован случай кори, в настоящее время уже выписан из инфекционного отделения. У него полное выздоровление, и он находится дома. На сегодняшний день еще зарегистрировано пару случаев кори, а также пациентов, которые подозрительны на корь. В очагах инфекции ведутся все противоэпидемические мероприятия, активно проводится иммунизация населения, всех пациентов, которые были непосредственно в контакте с больным ребенком, в том числе и в домашних очагах, и пациентов по желанию, которые на сегодняшний день не имеют сведений о прививках или вообще никогда не прививались от кори. По словам заведующего отделением иммунопрофилактики Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лилии Миклаш, последний случай заболевания корью в Гродненской области был зарегистрирован в 2015 году. Кроме того, все известные случаи были привезены в нашу страну из-за границы, в частности, из Украины, отметила Лилия Миклаш. В настоящий момент в стране поддерживается высокий уровень иммунной прослойки. В Беларуси организация и проведение иммунизации против кори находятся на постоянном контроле. Профилактические прививки получили более 98% населения, что превышает рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения уровень. В этом случае инфекция находится под контролем.